Девчоночки, всем огромный привет! Я тут собрала свои посылочки последние, я обещала с вами поделиться. Будем вместе открывать. Я, в принципе, знаю, что там, но не открывала, не смотрела, поэтому сделаем сейчас это все вместе. Я поделюсь, какие я находочки нашла на мейкапе, какие приятные подарочки получила. Так что уже хочу поделиться. Не знаю, мне кажется, они меня иногда притягивают сами. Вот такие находки, когда ты покупаешь одно, и тебе идет в подарок другое. Ну, мне кажется, если ты все равно намерен купить один из продуктов, и здорово, когда ты можешь получить еще полноценный либо же даже мини-формат в подарок. Мне кажется, это супер приятно. Так что давайте будем распаковывать. Я взяла канцелярский нож. Сейчас будем смотреть, буду делиться с вами. По ценам, наверное, скажу, потому что здесь должны быть чеки. Все здесь должно быть. Вот, открываем посылочку с мейкапа. В последнее время как-то, да, зачастила я на мейкап, потому что бесплатная доставка и очень много разных подарочков. И я заказывала именно уходовую косметику, не бюджетную, скажем так. Но когда ты покупаешь что-то не бюджетное, то супер классно, когда еще и что-то в подарок, причем полноценное, ну, я имею в виду полноразмерное. Вот. Вот такая маленькая посылочка обошлась мне аж целых 943 гривны. Это немало, совсем немало от слова, совсем. Вот, но здесь два продукта, которые я купила, и два продукта в подарок. Вот, сейчас расскажу, поделюсь, что именно. Открываю вместе с вами. Запаковано все в такую бумагу. Тут ничего не выпало. Так, ну вот первые два средства. Это у нас вот такие два средства. Это у нас средства от Виши. Я купила вот это, а это шло в подарочек. Это гель для увлажнения и восстановления и укрепление защитного барьера кожи вокруг глаз. Ну, я думаю, многим знакомы, многие видели. Тут все запечатано совсем. Тут так просто и не откроешь. Сейчас покажу вам, как выглядит эта бутылочка. Она стеклянная, я думаю, многие знают, что есть, в принципе, просто минерал 89 для кожи, а это именно для кожи вокруг глаз. Ну, сейчас для меня как-то немножечко не то чтобы проблема, но я стала очень пристально удивлять этому внимание, поэтому решила попробовать вот такой аптечный вариант от Виши. Ну, мне кажется, Виши, в принципе, зарекомендованы, да, как очень хорошие средства, потому что они идут аптечными и производится во Франции, насколько я знаю, да. Ну, вот такая вот бутылочка. Стоила она, как вы понимаете, не бюджетно, да, 557 гривен. Так что я надеюсь, что я останусь довольна, потому что не бюджетно, скажем, да. И в подарок шел вот такой вот крем, тоже Mineral 89, но я вам уже показала. Да, он, конечно, идет миниатюркой, здесь 10 мл всего лишь. Вот так он выглядит, такой маленький. Вот, ну, я думаю, распробовать можно и уже понять для себя, что стоит ли тратиться, либо же это просто выброшенные деньги. Вот всегда приятно, когда есть подарок, поэтому я решила воспользоваться такой возможностью. Это у нас получается, где бы найти что-то на русском, ничего на русском не написано. Но это именно концентрированный гель для кожи лица, насколько я так понимаю, который с какими-то пробиотиками. Что-то он там как защитный идет, укрепляющий тоже. Вот, ну, из той же серии Mineral 89. Так что очень довольна, очень приятно. Это у нас из серии Виши. А дальше это у нас La Roche-Posay. Я заказала вот такой тоник. Ну, уже наслышана, увидела, да, все хвалят, расхваливают. Срок годности, кстати, вот смотрю, до 24 года. Здорово. Эфаклар, я думаю, тоже очень многим известен. Очень многие знакомы, возможно. Кто знает, тоже пишите. Но я знаю, что вот Лида, да, постоянно пользуется средствами от La Roche. Вот, поэтому вот, решила попробовать. Он сужает вроде бы поры. У меня поры расширенные на лице. Вот, я думаю, что нам с Ашулей вообще попробуем. По отзывам почитала, конечно, они такие неоднозначные, но всегда лучше попробовать самому и сделать выводы. И при покупке, по-моему, одного средства от La Roche-Posay шел подарок. Вот такое средство тоже от Эфаклар Duo Plus. Это у нас комплексное корректирующее средство с антицидивным действием по уходу за жирной и проблемной кожей. Здесь у нас 15 мл. По-моему, это даже полноразмерка, насколько я не ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот так вот он выглядит.
Вот, так что будем пробовать. Я думаю, что La Roche-Posay тоже очень такая известная фирма, которая позиционируется снова-таки как аптечная. Так что надеюсь, что мы останемся довольны. Ну, подарки — это всегда приятно уже, да. Дальше снова-таки у нас мейкап. Будем открывать. Тоже все запаковано вот в такую бумагу. Сейчас будем доставать. Но запаковывают они очень-очень хорошо. Нужно потом еще добраться до продукта. Ой, сразу вижу подарочек. Та-дам! Классно. Вот, но покажу, расскажу, что же мы прикупили. Вот так вот заклеено малярным скотчем, да, чтобы не проливалось, не нажималось. Значит, я заказала вот такие вот два средства от CeraVe. Была акция при покупке двух средств CeraVe. Подарок. И шел мешочек с мини-продуктами. Вот. Я заказала вот такой вот гель. Интенсивно очищающий гель для умывания. Здесь не очень большой объем, но как не очень для геля и для умывания. В принципе, это очень большой, потому что обычно это там 100 мл, 120, ну 150. Но может быть где-то 180, здесь же 236 мл. Есть еще объем побольше, около 400. Вот, но мы решили, что нужно сперва попробовать вот в таком формате. Очень много расхваливают, тут без отдушки. У многих известных блогеров, конечно, тоже фигурируют эти средства. Я думаю, вы тоже как минимум слышали об этих средствах от CeraVe. Они идут гипоаллергенны, да, и тоже как бы позиционируются вроде бы как аптечный формат, такой более лечебного свойства. И такое вот средство, это восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз. Ну, снова-таки, ну не могу я пока что, меня это не то чтобы тревожит, но я очень пристально к этому отношусь, поэтому скупаю все, что мне может помочь. Так, тут не все так просто открывается. Вот так вот еще. Еще защитный коробочек есть. Но здесь ничего так не заклеено. Вот. Ну, вот такой здесь 15 мл, насколько я понимаю, 14 мл на самом тюбике. Ничего на русском не написано. А срок годности, ну, не очень понятно, но тут есть. Вот после открывания только 6 месяцев в годе. Так что на это тоже нужно обращать внимание, потому что иногда мы вот так открыли, понюхали, думаем, что оно будет лежать еще пару годков. Да нет, нет, нужно это учитывать. Вот это баночка с крышечкой, которая нарисована, знаете, в конце всего описания. Это значит срок годности после открывания. Вот, это то, что я купила. И я купила на сумму 444 гривны. Ну, как бы неплохая тоже цена. И подарок я получила, сейчас открою и покажу. Здесь вот так вот все расписано, показано, что будет в мешочке. Вот такой мешочек. Приятный такой, знаете, банный вариант для девочек. Можно там прятать всякие свои штучки, секретики. Очень такой плотненький. Ну, можно, знаете, потом как дорожный вариант использовать либо же для косметики, либо для нижнего белья. Мне кажется, это очень здорово. Вот. И тут всякие разные средства. Покажу. Ну, они тоже, знаете, они разные, вроде бы и маленькие, но 20 мл. Иногда вот средства я покупаю по 20 мл, поэтому это тоже как бы достойно. Вот такой гель. Это, походу, пробничек того, который я купила. Вот так он выглядит. Открывается, откручивается, не буду откручивать. Дальше вот такой другой, немножечко такой поярче зеленый. Этот побледнее, этот поярче. Сейчас я прочитаю, что это за средство. И вот такой голубой, голубой, синий. Вот это молочко, молочко для тела увлажняющее. И вот такой еще тоже крем, в коробочке именно. Вот так он выглядит. Ну, такой небольшой, не маленький, 15 мл, в принципе, неплохо. С тем, что это крем, скорее всего, для лица, то, я думаю, на 2 недельки как минимум хватит. Ну, согласитесь, немалое количество, условно, даже пробников, но можно познакомиться и для себя что-то открыть, скажем, новое, подходящее. Так, что же нам тут представили? Нам представили вот это ярко-зеленый бутылечек, это эмульсия, увлажняющая и очищающая для нормальной и сухой кожи лица и тела. Дальше вот этот синий бутылечек в синем формате. Это увлажняющее молочко для сухой и очень сухой кожи лица и тела, 20 мл. И вот этот бледно-зелененький такой, это интенсивно очищающий гель для нормальной и жирной кожи лица. Ну, это, я так понимаю,
Вот тот, который мы взяли себе, да. Это именно у нас для нормальной и жирной кожи. Я не скажу, что она у меня прям жирная, но в местах она все-таки в отдельных очень жирная. И поэтому, и так как близится все-таки уже теплая погода, и на лето, мне кажется, это будет отличным вариантом. Вот, а крем вот этот, который тоже прилагался, это увлажняющий крем для сухой и очень сухой кожи лица и тела. Так что вот такие приятные подарочки, мне кажется, это очень круто. И последнюю посылочку открываем, сейчас я это все отодвину. Это у меня посылочка с розетки, давно желаемая. Ну, я, в принципе, не видела, но я знаю, что я заказывала, конечно же. Открываем вместе с вами. Очень бюджетная цена была, всего лишь 85 гривен. И я купила себе, наконец-то, я купила себе вот такой вот бокс для спонжей и ушных палочек. Давно я там выкручивалась из тех подручных средств, которые были, и решила, что Света, пора бы сделать это все более культурно и правильно. Так что открываем вместе с вами. Ай, крышечка. Крышечка одна. Это получается у нас как бы один такой стаканчик, который ставится друг на дружку. Так у меня бывает, да. Вот. Вот такие вот пластиковые стаканчики. Как бы ничего особенного, да, но мне кажется, вид в шкафчике в ванной будет намного приятнее, чем то, что у меня там есть нагорожено, да, 85 гривен. Я знаю, что в России в фикс-прайсе такие продают, у нас фикс-прайса нет, и у нас такое тоже вот так не стоит на прилавках магазинов, но на розетке я нашла за очень привлекательную цену, вот так что придется нам там все убрать и организовать все правильно. Я очень довольна, очень рада. Я, конечно, наверное, буду хранить как-то вот так, либо вот так, не знаю. Может быть, стоило бы отдельно, конечно, вот такие стаканчики. Но я посмотрю, просто была не уверена и не померила, подойдут ли они мне вот в таком стоячем формате. Если что, будет так, а если что, будет вот так. Так что я довольна, я рада. Все с вами распаковали. Надеюсь, что вам понравилось, было полезно. Так что буду с вами прощаться. Огромное спасибо, что вы провели время со мной. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!